Аварийность на дорогах Чебоксары и основные направления профилактической работы обсудили сегодня на брифинге в ГИБДД. Встреча с журналистами получилась довольно жаркой. Обсудили последние громкие аварии, работу нелегальных таксистов, нерадивых маршрутчиков и умных перекрестков. С подробностями Ольга Алексеева. Встреча журналистов столицы с подполковником полиции Сергеем Субботкиным началась с приятной для всех статистики. Аварийность по итогам 2013 года в Чебоксарах снизилась. Сократилось общее количество ДТП и пострадавших в них людей. Меньше стало аварий с участием маршруток и легковых такси. Работа, в первую очередь, это и принятие специальных целевых программ муниципальных на территории города Чебоксары, проведение дополнительных профилактических мероприятий, направленных на выявление, в первую очередь, вот этих нарушений правил движения, допускаемых маршрутными такси, легковыми такси. Работа с нелегальными таксистами ведется, но постепенная. В прошлом году привлекли к ответственности 13 водителей. В 2014-м нарушения не выявили. Тем временем в столице только одна компания по перевозке пассажиров соблюдает все установленные законом требования. Имеет свой парк, механиков, врачей, которые проводят предрейсовое медицинское обследование. Наличие опознавательного фонаря, да, который сразу видно. То есть у многих нелегальных такси он есть. Во вторую очередь это наличие на боковых поверхностях цветографической окраски в виде шашечек контрастного цвета. Да? Этого уже у нас на большинстве нелегальных такси нет. Ну и в-третьих, легальное такси обязательно должно быть оборудовано таксометром. Работа маршруток волнует всех. Перевозка пассажиров с перегрузом и на запрещающей скорости – одни из немногих правил дорожного движения, которые нарушаются такими перевозчиками. Хотя и здесь есть чему порадоваться. Количество ДТП с участием маршрутных такси тоже снизилось. Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика.